Дети – самая уязвимая категория участников дорожного движения. Ребенок в салоне автомобиля полностью зависит от человека, сидящего за рулем. Чтобы в очередной раз напомнить водителям о правилах безопасной перевозки детей, сотрудники ГИБДД в Славянском районе провели профилактический рейд. В Краснодарском крае увеличился рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. В этом году их произошло уже 45, что на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целях профилактики, а также недопущения дорожно-транспортных происшествий в период летних каникул с участием детей-пассажиров с 8 по 22 июня текущего года на территории Славянского района проводится профилактический декадник «Автокресло детям». В ходе рейдовых мероприятий сотрудники ГИБДД проверят родителей и водителей на соблюдение требований безопасной перевозки детей-пассажиров. Дело это, несомненно, благое и полезное – напомнить родителям об их ответственности за жизнь детей. Стражи дорожного порядка обращают внимание, что безопасность ребенка в автомобиле полностью зависит от взрослых. Ошибочно распространенное утверждение, что ни один ремень не удержит ребенка лучше, чем родительские руки. При столкновении или резком торможении вес пассажира возрастает в несколько раз, и удержать ребенка от резкого удара практически невозможно. Пренебрежение ремнем безопасности и удерживающими устройствами может стоить ребенку жизни. Кто-то впереди раз резко затормозил, ты тоже затормозил, чтобы он вперед не летел. Ну, для безопасности это важно. Это безопасность ребенка в первую очередь. Только машину садимся, сразу пристегиваем его, чтобы все было правильно. Детское автомобильное кресло – самое безопасное и надежное из всех удерживающих устройств. Штраф за то, что ребенок едет без специального кресла, сравнялся с ценой самого кресла и составляет 3000 рублей. Уважаемые родители-автовладельцы, помните, безопасность ваших маленьких пассажиров только в ваших руках. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов, программа «События».